Всем привет! На старых щеблет. Вон Алексей уже на Юпитере дымит. А звезда 15 у него стоит теперь. Теперь он покоритель всего непокоренного. Ну а я на трех колесах. На трехколесном самокате. Урал-турист. Ну, не помню какого года. Ну, турист, в общем. Едем в магазин, галочки, за шпикачками. Сейчас купим. Что-то кричат пацаны мне. Ведь включи фару, блядь, не нарушай правила. Ну, шпикачек купим. И поедем. Покатаемся куда-нибудь. Я на заднем, смотри. Нормально. Что-то горит за сеймом с той стороны, со стороны Ванина, или как там называется, Половнева, или художник не опишет, как это название звучит. Горят поля, луга, дым валит уже седьмые сутки. Спасибо Борису за подаренную звезду на 15. Борис, спасибо тебе, дружище. Мы всегда тебя хорошим словом вспоминаем. Если б не ваша компания... Борис и мама, Владиславин сын, Семен, Николай со Светланой. Что б мы делали, мотоциклисты? Да ничего б не делали. Сидели бы у подле поломанных мотоциклов своих, бамбук курили. А то мы гоняем, катаемся, наслаждаемся жизнью. Благодаря отчасти вашему труду. Так что, господа продавцы, респект вам, уважуха. Везите более качественные детали, более дешевые. Ну и дарите вот так. Как Борис подарил звезду на 15, дарите радость людям. Все спасибо вам.
Сейчас мы попробуем вот здесь вот переехать. Сейчас я вот Алексей куда-то попер. Надо вот здесь вот как-то спуститься, где я буксовал. В болото в этот, помните, я тут буксовал? Два болота переехать и... Болото, и зимой я тут провалился, помните, под лед ушел. Ну, мы сейчас Алексея сюда пустим первым пустим Алексея, посмотрим, что тут, да как. Ну-ка, что-то я вроде нейтралка горит. Аппаратором стал смотреться на 15-й звезде. Фух! Буксанул на траве. Да, давай, вот здесь, а я посмотрю, проеду я. Ну, чуть-чуть, вот здесь вот, левее. Или по прямой. Прямой, ну, да, переехать на вот эту вот кугу. Воды нет. А? Воды нет. Не, нету. Нет. На контактах Юпитер 4. Алексей начинающий райдер, поэтому. Нормалек, можно и мне ехать. Я так и знал, что там нормально все. А вы думали, что я Алексея пускаю, чтобы он это попал в просак? А не, никогда. Сука, курва! Надо! Нам гляди, Алексей! Вот туда вот, вот туда! Главное, рюкзаки с едой не потерять. Ух, блядь! Это в лисью нору не попасть, там посреди дороги лисья нора есть огромная. Я все хотел там палочку какую-то вставить, показать, обозначить ее. Там колесо мотоцикла провалиться может. Сейчас, если ее видно будет, увидим, я вам покажу. Какое-то импортное масло у Алексея залито, пахнет духами женскими, как они называются. Маруся, помните, от Владислава Зайцева такая серия была. Маруся. Нет, не от Юдашкина. От Юдашкина было этот другое название. Что-то с мужчиной связано. Где-то вот тут вот, где-то здесь эта дырка в земле, где-то вот здесь. Ну, в общем, мы в нее не попали, и хорошо. Болотце такое классное вообще. А, я с той стороны вот там вот стрим вел, там, помните, ребят, я туда ездил одно время, вот на ту сторону. Вот здесь где-то там. Ну, там, дали за рекой, засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. Сейчас вторую. И погнали. Ух ты.
Лишь бы не накрыло, сука. Ой, закидал, закидал. Надо будет на уже скором ближайшем поменять масло в движке и фильтр. Только фильтр надо где-то взять нормальный, блядь. А то продаются подделки одни, муляжи. Сука. В яму не попасть бы, тут ямы какие-то кем-то накопаны. Сейчас Алексей еще стантить будет скоро. Жопа задрата, куда тут стантить? Нормалёт вообще. Сейчас он вам покажет Кузькину мать. О, мусор вывозит с огородов своих, блядь. Что вы за люди такие? Вы что вообще? Я не могу. Блять, у вас земли по 50 соток, вы не знаете, куда ботву утилизировать. Сука, дебила. Ай-яй-яй, блядь, курва. Курва матка, блядь, куда мир катится. Сука, курва вообще. Я не могу. Ой. Ой. На трех колесах лучше, чем на четырех. Ну, это. И не хуже, чем на двух. Надымил-то, ай, мерзавец. Сейчас он меня потеряет. Russian сайдбайк. Это сайдбайк, сбоку сторона, со стороной, с коляской, в общем, это цикл. Цикл с коляской. У того Уралы обычные, ребят. И кто не ездил с туристической вилкой, вот с этой, вот с маятниковой, вы не знаете кайфа. Вы просто еще не пробовали. Это вообще другой мотоцикл. У меня есть Уралы и с такими, с обычными. И я на них ездил. И я знаю, что это такое. Зато на одиночке с этой вилкой это вообще жопа ехать. С такой плохо на одиночке ездить. Он плохо рулится. А вот с коляской он сам мотор рулится вообще. Вот, выгорело тут. Пустыня Каракума. Сейчас Алексей прыгать будет. Куст мой инопланетный сгорел, что ли? Ага, сгорел, блях, ну, вон он. Остатки куста моего. Спаржа лекарственная. Всем оппозиционерам привет передаю. Вот
я знаю, у кого эти оппозиты. Вот Левша, Мотосанча, Читадел и Женя. Женька, ну, сами знаете какой. Вот. И этот человек, многоуважаемый, в Америке у меня знакомый есть. Он на этом дру ездит, дру делает. Ну, он так, как мы, не ездит, конечно, у него там все по-другому, как в Америке. Еще кого-то забыл из этих оппозитчиков. Так, Быковскому я передал привет. Сейчас, а кому я забыл-то? Себе. А, сам себе забыл. Идем. Сам себе забыл привет-то я передать. Красоты-то какие. Мы здесь с Женькой-то удили рыбку. Гляньте, рыба, рыба бьется. Сюда с удочкой надо. С удочкой надо, с крючком. Прям плещется. Эти кочки вообще ему ни по чем, ребят. Кочки не кочки вообще. Я думаю, еще тепло постоит немножко. Здесь новая трава вырастет. Буквально через неделю. Вон она уже пробивается. После пожара. Вон новенькая, как весной. Это озеро это, как мы называли, Лохнесское. Чудовищное озеро. Вот. Сейчас мы сегодня будем стантить на его мотоцикле. Он и я. Вот. Начинающий стантер. Стантмен. Стантмен. Начинающий, как же это, блядь? Стантмен, начинающий. Ну, молодой. Old. О, не, old старый. Young стантмен. Где Алексей? Куда он пропал? Алексея не видели, ребят. Алексей на Юпитере своем. А вон он догоняет. Когда-то здесь нельзя было проехать. Вот она, блядь. Слава Богу. А то эти ананасы мне с прошлого раза в позвоночнике сидят, как мы с Женей вытаскивали с этих кочек ананасоподобных. Обзорька, разум.
хорошо тут. Так как. Блять, опять параши свои накидали, блядь. Ну чё ж вы кидаете, блядь? Нахуя вы кидаете мусор в костер, блядь? Это костер, это святыня, блядь, которая дает тепло, свет и пищу. Сука, курва, блядь. Что за люди, блядь? Почему вы такие? Что с вами, блядь? Ой, курва, пердоли.